Мне очень понравилось. Сейчас мы едем на дорогу победы. Видите? Да, желаю вам удачи и всегда победы с вами. Спасибо. Это... Спасибо большое. Вот смотрите на жар. Это место для король. Он здесь сидит. Армии, слава, лошадь. Сколько стояли на площади. И они что ждали? Они ждали слова от король. Когда-то все король сделали поздравления, они должны уйти из страны, из столицы на фронт, чтобы воевать, увеличивать империю. Обратно возвращение обязательно через это ворота. Если через это ворота, значит победа. Если через другого ворота, это значит поражение. Это уже когда-то в 16 веке, где-то Будда. И построили храм на